Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Думаю, то, что мы здесь вечером. Зачитаем, вам понравится. Может, мы сняли. Прикрепить так, где это есть. МПГ. Листочек, карандаш и два на вас обновения. Чтобы качество выше и было настроение. Наша среда запущена, наша страна разута. Потому лечим себя этим и убойным звуком. Мы идем по флангу, отходим со стороны. Это сложно, но в это не поверишь ты. Трудно понять нас и также оправдать. Я получил вещи, которые не осознать. Среди построек выросли и будем тут в воду. И этот белый дым поменяли на свободу. Я такой же, как и был, только вырос просто. И бородой район, это вынос мозга. Какой вопрос ты хочешь нам задать? Забрать не сможешь то, что должно убрать. А сейчас слушай НПГ и ставь на повторение. Ведь мы знаем, не взять это вдохновение. Два на базу вдохновения. И я пойму, что нужно для меня. И я два на базу вдохновения. И я пойму, что нужно для меня. И я два на базу вдохновения. И я пойму, что нужно для меня. И я два на базу вдохновения. И я пойму, что нужно для меня. И я это зараза, два на база, красные глаза. Мы дадим газа, газ. Нахуй тормоза, нахуй негатив. Мы за позитива, как же за позитив. Мы курим раз, покурим дважды. Режет горло, успокаивает нервы. Нам у нас есть план и двигаем по нему. Всегда пустой карман, но не пусто на сердце. Готовим блюдо самыми острыми специями. Роем лоха и ловим ха-ха. Ведь минуты смеха прибавляют года. Значит, будем вечно жить, вечно жечь. О чем? О чем? Здесь больше делать нечем. Улицы находятся на улице. И другий трек тоже трошки андерграундный. Но мы постараемся знову вас порадувати. Все, можна включати? Ні, чемодан. Це ще жорстче, короче. И в эти игры никогда не играли дети. Попросил заметить, заманил вас в сети. На свете в любом уголке, при любом свете. По любом засвете догонёк, что сейчас светит. Но поверь мне, монетика улиц бессмертна. Там и берёт тех, кто ведёт себя естественно. Есть средство на месте исчезнуть бесследственно. Дело без тела закроет даже без следствия. Если я в детстве певец был на местности бесности, так родился этот стиль. Отец растил, резкости вносил воспитанию, и я писал строго день за днем по расписанию. Ваше внимание забирал без омания. В кармане обнаружил то, что меняло сознание, то, что превращало нас в дикое создание. Спросил создателя, за что все это проклятие. Взять бы все и выкинуть подальше. Я усек, что правда накоплена ваша. А что дальше будет с нами, все же интересно, да нормально. Всегда хватит на небе места. Взять бы все и выкинуть подальше. Я усек, что правда накоплена ваша. А что дальше будет с нами, все же интересно, для нормально. Всегда хватит на небе мест. Думай перед тем, как что-то предпринимать. Принимать, продавать свое тело, радовать. Или домой не кровать, лечь, но не спать.
Ламика. Спасибо. И я...